Only revolution, only victory, comrades. Только революция, только победа, товарищи. This is the planetary annihilation. У нас планетарная аннигиляция. And me, comrade Atomny. И с вами я, товарищ Атомный. Let's select where we start. Давайте посмотрим, где мы начинаем. So this is the actually ancestor of the Total Annihilation and Supreme Commander series. То есть это у нас продолжатель серии Total Annihilation и Supreme Commander, если вы знаете такую, да? We can start only here. Мы можем только здесь начать. More resources at the beginning. Больше ресурсов в начале. So here. Давайте здесь. Starting Annihilation. Начинаем. Высадку. We are fighting actually on the planets, not on the surface ground. Мы сражаемся на планетах, а не просто на ровных каких-то местностях. Let's start with this. Давайте вот это. Начнем, then construct the fabrics. Потом добычу ресурсов. Some energy, немного энергии. Storage, склад and storage of resources. И склад с ресурсами. What's up here? Что у нас здесь? Hey, hey, hey. No, 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 no. Нет, continue on. Продолжаем дальше. Where is your plans? Как, а чё отменились планы? Why the plans has cancelled? Погнали, погнали делать. We have a lot of job to do. Storage, пару хранилищ здесь. And view storage over there. И вот так вот пару хранилищ. Anti-air, ПВО. Поставим. And let's have anti ground. Что-то противо... Ну, наземное. Что-то противоестественное мы сделаем. Let's build another base. Еще одну базу. So that's the opportunity to go on another planet. У нас есть возможность на другую планету переселиться. So that's a, like a starting mission. There is no ability yet to go to space. Пока это начальный уровень, да, поэтому особо космических возможностей не открыто. The commander is totally in the production of buildings. He's busy with the production of buildings. Да, у нас командир полностью занят производством зданий. These dudes, вот эти чуваки. What they can do, что они сделают? Space radar, космический радар. Okay, let's put it down here. Давайте здесь поставим. Or we need that, или нам нужно? No, just ordinary radar. Давайте обычные радары поставим. Start with flamethrower tank. Начнем с огнеметных танков. Everything is in good capacity. Пока все у меня хорошо. Производится. Where is the freaking vehicles? Где у нас долбанные машинки? Anti-air and the gun. И давайте пушечку здесь. Vehicle. Все, машинки пусть выдвигаются. I've seen where the enemy base. Догадываюсь, где вражеская база. You see icons here on the far way. Видите, при удалении мы видим иконки. То есть вот в таком режиме фактически мы воюем. Мы не видим 3D-моделей. Мы видим вот эти иконки, как в Руси классно было сделано. В Руси у нас, блин, удаляется, а масштабируется при этом 3D-моделька. How nice it was made in Rus, where actually the 3D model of the, you know, of the building, of the forces that we are using is upscaling. How great is this? So where is the opponent? Где у нас противник? I think somewhere here. Я думаю, где-то здесь может быть. We did not found them yet. Мы пока их не обнаружили. There are people. Собираемся здесь. What's here? Что у нас здесь? Flamethrowers, огнеметчики.
Have some anti-air. Давайте немного против воздуха сделаем. He is somewhere on this planet. Он точно где-то на этой планете. But where? Ну где? Hey, who destroys that? Кто уничтожил? Repairs, ремонт. Spaceport constructed, космопорт построен. I don't see where is the enemy. Я вообще не вижу, где враг. I can't find him. Я его найти не могу, блин. Where is that sneaky bastard? Куда он спрятался, этот выродок-то? Командир. Okay, we have completed orbital launcher. Все, готовы к запуску, если что. Орбитальный транспорт. Orbital transport. Orbital fighter. Okay, let's build this. Давайте вот этот построим. I guess we gone onto orbit. Похоже, на орбиту придется выходить. Oh, here goes the enemy. А вот и враг. Hello there. Приветик всем. Finally, наконец-то. I found where he is. Я нашел, где он. Back, назад. Fabricator launched. У нас на орбите есть фабрикатор. Which can construct, что можно делать? Межпланетный, interplanetary teleport. Защитный спутник. Okay, defensive satellite, let's build it here. Ну, давайте вот так вот. Is there spy? А есть ли шпионский? Hey, commander. Командир. Get over here. Сюда быстро побежал. Finally we found. Наконец-то смогли найти. Long time. Достаточно много времени потребовалось. Oh, and the... Destroyed spaceport. Космопорт таки уничтожен. Can you build a turret over here? Можно ли турет здесь быстро поставить? Close in. Приближаемся. Attack the commander. Атакуем командира. You see, we see not the 3 models, the majority of time. Большинство времени мы не 3D модели видим. We are seeing just the... Enemies. Мы просто видим вот врагов и все. We damage a bit. Enemy. Немного повредили врага. Is that completed? Завершено? Okay, now get over here. Давай сюда быстро двигайся. New engage, давайте вперед. Ну-ну. Двигаемся. То есть мы модели-то вообще не видим в целом. Мы в основном видим вот эти только 2D изображения. И, конечно же, это не круто. Third of enemy commander life. Taken away. Треть здоровья у врага уже забрано. He survived, он выжил.
But that's not for long, но ненадолго. He's trying to go to the other planet, пытается на другую планету идти. Engage в бой. I will not even use my commander. Я даже своим командира не буду использовать. I will destroy him right away. Просто так забью. Окей, ну нормально, нормально. Начнем клауд. У нас грибочек небольшой. Захватили систему, and let's explore, so there would be a technology, сейчас у нас технология откроется. Basic bot technology, базовая технология ботов, позволит строительство базовых ботов и базового завода ботов, базовый завод может быть построен любым строителем и командиром. Активируй технологию строительства артиллерийских зданий, that's artillery buildings, I think the bots is better. Бот получше, я думаю, будут. Explore next region. Давайте следующий регион смотрим. And another enemy commander. Еще один вражеский командир. So this spot is better. Вот это у меня лучше точка. Starting here. Давай сюда. Starting with base. Начнем с базы. And then this, потом ресурсы, basic resources. Пару базовых ресурсов. Storage, склад. Anti-air, против воздуха, and this, и вот так. 6-6. Get here, сюда ставим. They will construct the other resource mining, они другие. Добывающие будут сейчас производить. Угу. Ясно. What next? Что дальше? I think we will need about six this вот этих шестерку сделаем. And let have 15 of this, теперь 16 вот таких. Ну, хотел 15, но получилось 16. Up to construct. Помогаешь строить. This one, вот этот. Where is the freaking bots? Где у нас долбанные боты? That's the problem with energy. Это у нас проблемы с энергией. Now we have a surplus. Слушай, производство больше, чем нужно. Well, that's exploding bot. Это у нас боевой фабрикатор. Огневая поддержка. Let's have those. Давайте вот этих сделаем. About 25. Около 25. I did not play that game a lot. Я в эту игру много не играл. Controls not the amazing. Управление не самое прикольное. But what I like here, the ability to fight on the planets. Ну, что меня впечатляет, это возможность сражаться на планетах. Эй, why you're not building? Ничего не строите? No. Нет, вот. Окей, так, хорошо. And radio dish, и радарная установочка, вот так вот. Cars, машинки. You know, that looks like a buggy of Formula 1. Похоже на Формулу 1 или баги какие-то такие.
сайдз на все стороны. That would be like a commander to send them. Было бы прикольно иметь команду, чтобы можно было вот так брать и отправлять. Where is my commander? Где мой командир? Вон here. Сюда двигаемся. Oh no, here. Вот сюда двигаемся. Инструктор, так, строитель. And then radar dish, please. И, пожалуйста, радарную установку. Can you repair? Можешь ли ремонтировать? So where we will go? Куда мы пойдем? Был он somewhere here? Что синенький где-то здесь уже? Yeah. I found it. Да, нашел. Send there. Просто стоишь здесь. Where is my forces? Где мои войска? No, you're wrong. Вы не туда идете. Get here. Сюда пошли. Where is my bases? Где база? Now, please think. Танков пошли гнать как можно больше. And this, also tanks, тоже танки. The fights here are pretty fast. Бои здесь достаточно быстрые, и это клёво. So that's cool. I like that bull spheres. Мне нравится, вот с любой стороны можно зайти, да, то есть такие сферы, блин, прикольные, космос достаточно реалистичный, ну, для подобных игр. So this space here is also pretty realistic for such kind of games. And it is developed, и развитый космический бой, то есть не просто какая-то фигня, блин, реально клёвый космический бой. Start building, начинаем производство. No. That's the wall, это стена, I don't need the wall, мне не нужны стены. I need to cover my mining operations, надо прикрыть свои операции по добыче. And get up to storage, давай два склада, and two batteries, две крупные батареи. Let's look how it goes, смотрим, как у нас бой слаживается. Oh, so they are not in close co- а, так они не ближнего боя. The long range, не длинный, дальний бой. Got it, понял. So they need to cover with tanks, их нужно прикрывать танками. That's group 1, группа 1. Group 2, группа 2. Let's move on, давайте выдвигаемся. That's group 3. А это группа 3. Awesome. Тоже двигаемся вперед. So they're preparing the orbital platform. Готовят орбитальную платформу. Where is the builders? Где у меня строители? Build more factories, пожалуйста. Больше баз произвести. What about student attack? Почему боты не атакуют? Now they're fine. Вот теперь хорошо. Group 1 near, группа 1 близко сюда. Oh, group 3 fine cover. Да, группа 3 пусть защищает. First enemy planes ready. Готовы первые. Вражеские самолеты. Let's destroy the defense. Оборону выносим. Okay, I like that. Артиллерия, мне нравится, как артиллерия выглядит. Now attack the commander. Командира атакуем.
Танк here. Танк быстро сюда. I think we're gonna win. Я думаю, мы здесь победим. Or no, или нет. Anti-rockets, противоракетные. Back, назад. Tanks here, танки вот так вот. We need at least some force, нужно хоть какую-то силу сконцентрировать. Танков. Let's have more bots, еще больше вот этих ботов. I like them, мне не нравятся. And said there is no automated production. Очень жалко, что нет автоматического производства. You know, the many concepts from line war could be attached to the Supreme Commander style of games. Множество-то решений из игрушки «Линейная война» с революционным игровым процессом можно было бы адаптировать, и отлично подошли бы к серии Supreme Commander и Total Annihilation, к серии подобных стратегий. They're starting again the freaking... Satellite dish. Блин, снова они пытаются сделать то же самое. Where is my commander? Где мой командир? Oh, he's busy. Он все еще занят. Building a lot of stuff. Строит множество разных вещей. Get here. Сюда пошли. How many I have? Сколько у меня? Only three? Только три. Tanks, танки. Мы продолжаем движение. Group 3. Группа 3. Бац. Боты. Не группа 3, новая группа 2. Get over here. Сюда пошли. And again, tanks are superior. И снова здесь танки просто, ну, доминируют. And I did not know that there are such a lot of fans of Supreme Commander. И знаете, я даже не подозревал, что есть очень много, прям грандиозное количество фанатов главкома. Ну, Supreme Commander по-русски переводится как главнокомандующий, поэтому это главком. Правильный перевод. Была помощь. Все, восстановили. Tanks moving. Танки вперед сюда. Where is the enemy commander? Где вражеский командир? He's supposed to be somewhere here. Он должен быть где-то здесь. He ran away. Он смог убежать. Spiders, паучки. Yeah, the enemy commander has run away somewhere. Куда-то убежал он. Маэстро busy, но все еще занят. Третья группа тоже подвинется сюда. Where is the enemy commander? Ну, где вражеский командир? Where is... где? Oh, here he goes. Вот он. So he will explode. Сейчас он взорвется. And... yeah, that was worth it. Да, но того стоит. Now we have to select technology. Теперь технологию можем выбрать. So the full air technology, полная боевая технология ботов, боевая технология увеличит здоровье и скорость ботов, полная технология ВВС,
That's the full technology of air. Of course I will take this. Конечно, я это возьму. Let's go here. Давайте сюда. Jumping. Прыжок. And another commander, новый командир. In the beginning there is no battles in the systems. You can have some technologies without a battle. Поначалу мы, кстати, открывали несколько систем, там не было боев, а как бы были сразу технологии. А теперь у нас каждый бой происходит. The Death Star. Звезда смерти. The Death Star. Okay, second position is much better. Конечно, вторая позиция значительно лучше. Said we cannot select freely. Жалко, нельзя свободно выбирать, куда мы садимся. Hi there, приветик. I'll start with the ordinary factory. Начнем с обычного завода. And then we will mine some metal. Потом немножко металла возьмем. Some cannons, немного пушечек. Okay, that would be enough. Я думаю, этого будет достаточно. No, what you do? Нет, что ты... Okay, okay, do that. Ну ладно, делай вот так вот. 6, 6. Now continue this. Теперь продолжаем вот это. Где у нас полковая пушка? Generators, генераторов. Degenerators, генераторы построим. Вот так вот. Then continue here. Потом продолжим вот так сюда. More generators, еще генераторы. Storage and battery, батареи и хранилище. Like this. Ну вот так вот. Those dudes airplanes. Так, где у нас самолетики? Starting the airfield. Начинаем аэродромчик производить. Yeah, you three together. Вы втроем вместе. And the this will construct all. Let's have few flyer constructors. Два, пару этих самых сделаем строителей летунов. And next, let's produce the tanks. Ну а дальше танков просто штампуем орду. That's the most effective. Они показывают себя лучше всего, поэтому давайте танки. Why we need anything except tanks? Зачем нам вообще что-либо кроме танков? Ну oh, here, вот туда двигаемся. Okay, those three, вот эти три. Can you construct the radar dish? Можете ли радарные вышки сделать? Oh, yeah. Да. So, build it up here. Давайте строим здесь. What they can do? А что они могут делать? Upgraded air factory. Okay, ну давай, улучшенный авиазавод. That's the fighter. Это истребитель. Let's have the bombers. Давайте бомбардировщиков наделаем. I think bombers would be more important. Думаю, бомбардировщики будут более важны. Recon, разведка. Hello there, приветик. Construction. Пошли производить. Radar dish. Радарную вышку. Anti-air. Воздух. Few cannons. Пару пушечек. And few degenerators. И пару дегенераторов радара. Where is the enemy commander? Где у нас вражеский командир? That's the bomber, the бомбардировщик. Commander is busy. Командир у нас занят. I
still don't see the enemy. Я все еще не вижу врага. It's hard to find him. Достаточно сложно найти, где он. He's on our planet. Он-то на нашей планете. Oh, here it is. Вот он. Fly over here. Все, летим туда. Bombers, бомбардировщики. Let's see what you're capable of. Посмотрим, на что вы способны. And you see, in many times I do not see the models. В большинстве случаев я даже не вижу модели, я смотрю на эти самые, на иконки. Really? Серьезно? I'm not impressed, вообще не впечатлен. It's better to have tanks, лучше танки иметь. Let's produce more factories, давайте больше заводов. And four bots и боты. Oh, my enemy started attacking here. Враг решил вот тут атаковать. So defense защитим. Группа 1. Moving. Двигаемся. Окей, так, понял. Put more of defense. Больше обороны сейчас поставим. And restore every metal. А теперь восстановим металл. So what we have here? Что у нас здесь? Oh, that's interplanetary bomber. Ударный вертолет. Advanced fabricator. Let's have a few tactical bombers. Давайте пару тактических бомбардировщиков and few of this и парочку вот таких ребят. Additional metal extractors required. More energy plants needed. One, four. Группа один вперед. Where's my commander? Где мой командир? More energy, больше энергии. Окей, ну хорошо. Spider-bots. Давайте ботов заказывай. And tanks и танки. And flamethrowers и огнеметов немножко. How much? Сколько? That's not many. Не очень там много bombers. Бомбардировщики. Can you support? Можете ли поддержать? I have few big, так, есть парочку больших. Fly over here, давайте быстрее сюда. Engage in combat, в бой. All the factories, все заводы. Get here, здесь собираемся. Bombers, бомбардировщики. You see, we are not seeing the battle. Мы не видим фактический бой, мы видим иконки летающие, вот. А в Руси мы видим как раз 3D-модели на любом удалении. Artillery bots, давайте вырубаем артиллерийских ботов. Attack, давайте бомбардируем.
And what they done, что они сделали? Nothing really, на самом деле вообще ничего не смогли сделать. Get down there, сюда выдвигаемся. Bomber forward, бомбардировщик вперед. He'll be shot down with easy. Вы сейчас легко собьют, скорее всего, ну блин. Fire. Огонь по командиру. Well, not bad. Ну вообще-то неплохо. Окей. Okay. The tactical bomber is much nicer. Тактические бомбардировщики значительно лучше. Бомбер, helicopters, давайте вертолеты. Helicopters not that great, вот вертолеты не так хорошо. They have a good distance, у них достаточно хорошая дистанция. And we won, мы победили. Great, прекрасно. Let's explore, исследуем. So you see, this is basically the Supreme Commander upgraded thing. В общем, у нас вот такое улучшение Supreme Commander с планетарными боями. That there is no like campaign with a plot. Жалко, нету кампании с сюжетом. Но есть вот такое. So there is like here, what this? А что это? I guess that's a commander of the enemy. Это похоже командир врага. See you next time. Увидимся в следующий раз, товарищи. Goodbye, пока.